Аким Жамбулской области Нуржан Нуржгитов провел встречу с генеральным консулом Республики Польша в городе Алматы Юзефом Тимановски. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы укрепления двустороннего сотрудничества в различных сферах. Особое внимание было уделено активизации торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия в приоритетных отраслях, расширению контактов в сфере образования. Глава региона отметил традиционно теплые и дружественные отношения между двумя странами. Импорт товаров из Польши в Жамбулскую область в прошлом году вырос на 14,6% и составил 1,8 миллионов долларов. В январе-сентябре текущего года взаимная торговля составила 2,2 миллионов долларов США, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 66,9%. В регионе действует Жамбулский областной центр языка и культуры польской культуры «Полонез», созданный в 1997 году. Генеральный консул Республики Польша в городе Алматы выразил уверенность в дальнейшем укреплении сотрудничества между двумя странами, в том числе и на региональном уровне.